Всем привет, привет, ребятушки. Меня зовут Устин. Меня зовут Устин. И вы на канале Устин ТВ. А мы сегодня приехали, не поверите, куда. В Мирский замок. Сейчас будем вам показывать, как мы по нему ходим. Ну что, погнали? Да, погнали. Да, погнали. Так и будем сейчас ходить. Еле-еле. Такое вот озеро, как оно называется, интересно. Вон дядя рыбу ловит даже. Удочку я будем ловить. Тут, по идее, люди брали воду для питья, приготовки пищи, ну, скорее всего. Идем по мосту для того, чтобы напасть на этот замок и захватить его. Главный захватчик у нас Богдана и Устин. Без настроения Устин идет. А знаете почему? Потому что я ему сказал положить магнит в его эту сумку. Ему тяжело так магнит нести маленький. Вот, поэтому без настроения, ребята. Не, улыбается, смотрите, иначе настроение есть. Никуда не делась. Наверное, самую верхушку можно будет подняться отсюда, да? Да. Саму башню. Я не поднимался, я тоже сидела. Мы же тоже были временно, Богдана. Богдана здесь была, получается. Ага. Богдан, ты здесь была, кстати. У меня когда в животе была, я была здесь. Но ты этого ничего не видела. Ну, тоже чувствую. А вон он, вход в замок. Охраны нету. Можно, значит, залезть сюда. Без сопротивления. Заходим на территорию. Смотрите, ребята, как тут круто. Короче, ребята, касса работала до 17:20 только. Непонятно почему. Непонятно почему. Погода отличная. Можно, чтобы и работала дольше все. Но до 17:20, поэтому мы ни наверх, никуда не попадаем сегодня. Только во дворе ходим, смотрим. Вот такая вот карета стоит. Короче, блин, не очень круто. Хотелось бы, конечно, пройтись по всему. По зданиям, по этим, по... На самый верх зайти, но... Значит, так надо. Походим по двору, посмотрим, что здесь есть. Но тут особо-то ничего и нету. Ну, хотела же наверх залезть. Ну, что? Из дома сюда пришли, это тоже прикольно. Ну, прикольно во дворе, прикольно. Да. Но нет. Прикольно. Не, не прикольно. Хотелось наверх бы залезть, ну, туда, пройтись, посмотреть. Сувениры. Зайдем. Завтра утром проснемся с вами. Мечи всякие, ого. Сколько? 2000, аж капец. Короче, сувениры работают, а касса не работает для продажи билетов. Мирский замок. Ага, да. Макет, да? Ага. Прикольно.
Это что, 3 месяца, посмотрели не до конца, а только. Может, походить или сидеть? Нет, и сидеть только, наверное. Да? Ага. Там вокруг обойдем. Ну что, остаемся на ночь? Ага. Да? Да. Сколько стоит ночь? А тут что у нас? Центральный вход, да, в замок? Вот, идите вон туда под пригорок. Теперь пошли под пригорок. Там тоже. Ну, можно. Ты же хотел походить. Вот, можем здесь попробовать. А кирпич же, наверное, такой еще, да? Да. С тех времен плесенью покрыты. Да, в те времена. Мы дотронулись до тех времен. Можно котик подсадить меня? А реально? Второй раз мы туда не попадаем, да? Ну. Такое... Не пускает нас замок почему-то. Почему-то, да, не хочет, что мы залезли наверх. Не просто так. Это если один раз, не, а вот, ну, мы же не знали, до скольки он работает. Но. А тут мы уже уточнили, и нам же не озвучили, что именно в пятницу, в субботу, там, понимаешь? Вот это почему-то, ну, это не случайно, мне кажется. Случайно, да, если бы мы просто не уточняли, и я понимаю. Все. Ну, да. Да, интересно, можно залезть тоже, да, подняться по мосту этому? Конечно. Мы сейчас хотя бы на мост поднимемся. И представим, что мы внутри замка стоим на какой-то противорыцарной чем-то, короче, ладно. Хотя бы возле замка походим. Видео так и назовем, да? Экскурсия возле замка. Не, ну хотелось бы туда сверху посмотреть, как... Ну, мы съездим еще обязательно. В два сразу, да. Выйдем как-то утром, чтобы съездить. И в Несвежский замок, и в Мирский. И походим здесь уже по всему замку одному и второму. Устин, на нас нападают тевтонцы. Рыцари Тевтонского ордена нападают на нас. Смотри, вон они. Спрятались за стеной замка. Готов лук. Чё стоим, Джон? Откуда у меня лук? У меня вот монета есть. Ё-моё. Что, в лес туда, куда не надо? Почему ты не пускаешь? Почему ты работаешь? Он, видите, кусок этого стены об этот... Наверное, показывали, какое оно было до реставрации. Стена из кирпичей стала уже вот такая вот. А что это значит, интересно? Давайте подойдем. Куски камней такие вставлены. Разные при том. Да? Кто знает, пишите в комментариях, что это значит. На белом этом куски камней разной породы. Интересно узнать. А Устин где-то он высматривает, не нападает ли
племя басурманское, турецкое иго, и надвигается на Беларусь, матушку. Эй, Джон, Стен, кого высматриваешь там? А не, вот смотрите, вот, наверное, кирпичи такие, которые были. Ну, короче, пишите нам в комментариях, объясняйте, что это значит. Что это значит? Зачем так делали между кирпичей, вставляли такие вот камни, чтобы, наверное, крепче был замок, устойчивый. Узнали по этому, по интернету, в каком 1522 году, да, замок начали строить. Получается, ему 501 год в этом году исполнилось. Ну, в принципе, не так уж и давно это было. Это мы возле парка Мира. Памятник природы. Там какая-то церковь. Церковь, упаковальня какая-то. Я там не заходила, одна такая церковь. А там, наверное, крышка. Печенек, хорошо. Что ворон много. И все. Но вымазывали на асфальте. Православная у нас церковь, кто не знает. Ну вот такое короткое у нас путешествие по окраинам Мирского замка получилось. В следующий раз мы приедем пораньше, как вам и говорили, и посетим уже два замка. И Мирский полностью, с головы до ног, и Несвежский. И на этом наше видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал Устин ТВ. Ну, подписывайтесь при условии, что у Устина будет всегда хорошее настроение. Всем пока-пока! Всем пока-пока! А мы кушать.